Интересно, о чем там мама разговаривает? Богдан, иди подслушай. Ну послушать нехорошо. Нехорошо. Ну ты капельку и назад. Ну ладно. Ну котиков всеми приезжать, ни в коем случае никаких подарков, только... Слушай, ну и что, что день рождения? Просто так приезжайте, хорошо? Я вас очень-очень буду ждать. Ну что там? Свет, ты представляешь? Мама сказала, что ее скоро день рождения. Ого, точно же. А у нее что, сегодня день рождения? Не знаю. Ну как можно не знать, когда у мамы день рождения? Ты сама не знаешь. И вообще, ну на тортики приготовить. Я-то знаю. То ли 10-го, то ли 20-го, то ли сегодня. Ты что, не мог нормально подслушать? Свет, ну подслушивать нехорошо. Ой, какой ты правильный. А вот насчет тортиков ты прав. Надо приготовить. Ура, я сейчас. Я готов! Но ты вырядился. Ну я же повар! Ты не повар. Ты поваренок. Так, что у нас тут по рецептикам? Яйца, мука. Ага, разрыхлитель. А ты чего тут еще стоишь? Найти миску для теста и яйца давай доставай. Как нету? И правда нету. Как думаешь, эти маленькие подойдут? Я не знаю. Как это не знаешь? Кто из нас повар? Ты или я? Ты. А у кого колпак на голове? У меня, но я же поваренок, и ты готовишь, как повар, как я. Блин, Богдан, ты меня вообще запутал. Сиди и молчи, я сама разберусь. Яйца отдай! Богдан, они у нас единственные, отдай яйца! Ты что? Масло мне тоже нужно. Мама говорила, 500 миллилитров для тортика хватит. А как же яйца? Ты что, забыла? Чу-чу. Яйца, яйца. Что вообще с этой мелочью делать? Вообще знаешь, сколько их надо? Ну ладно, думаю, что хватит. Какое-то странное у тебя тесто. Может и странное. И вообще, откуда я знаю, как готовить тортики? Может, лучше закажем, а? А я говорю, давай закажем, а ты отказалась. Ты такого не говорил. Ну не говорил, ну подумал. Я что, твои мысли умею читать? А ну давай тащи компьютер, будем заказывать. А я пойду отмоюсь. Богдан, ты где?
посмотрим. Заказать тортики на дом. Ух ты, мороженое! Да погоди ты со своим мороженым. Это день рождения мамы, значит, нужен тортик. Какой же выбрать? Ну, давай тортик зелененький. Ты что, по цвету выбираешь? Ладно, возьмем тебе зелененький. Ой, смотри, сколько тут и всякого вкусненького. А я еще хочу мороженое. Я вот не понимаю, Богдан, день рождения у мамы, а мороженое тебе покупаем. Ой, смотри, мороженое во фруктах, да еще и со скидкой. Так, так, так. Ух ты, давай закажем свет. Я такого вообще никогда не видел. Я тоже. Вот мама удивится. Я пошел накрывать на стол. Еще вот это, вот это, вот это. Мама это обожает. Свет, а у нас будет много костей? Не знаю, но сладостей точно на всех хватит. А скоро привезут? Надеюсь, что скоро. Офигеть, сколько тут сладкого! И это все нам? Да погоди, это на день рождения мамы! Не трогай! Не трогай! А ну уйди отсюда! Эй, куда? Куда ты меня несешь? Эй! Уйди! Ай! Надо оставить гостям! Надо же маму позвать! Точно! Мама! Мама! Через 5 минут, дети! Кыш! Это для мамы сюрприз! А ну, ушел отсюда! Я тебе что сказала? Ушел отсюда! О, мамочка! Дети, а вы что тут делаете? Да ничего, мам. С днем рождения! А откуда у нас столько сладостей? Это мы тебе сюрприз приготовили. Ага, на день рождения. Ой, какие у меня детки замечательные. О, какая красота! Где вы это взяли? Какой торт удивительный! Зелененький! Это с чем? Фисташка и малина. А у тебя что? А я клубника. Это малина. Попробуй меня. Я такой вкусноты еще не видела. Мам, а тут еще мороженое. Как мороженое? Это мороженое? Да. Это же ананас. Мороженое во фруктах. Обалдеть. Матка, побудай у меня. Вкусно? Побудай у меня. Хорошо. А в честь чего вы все это затеяли? Так у тебя же день рождения сегодня. У меня вообще-то еще через 5 дней. Богдан, как это? Ты как подслушивал? Что подслушивал? Ничего. Мамочка,
А пусть это будет репетиция дня рождения. Вкусненько! А мое попробуешь?